очнулись с новой парой туфель в руках. Мне, как потребителю, мне очень больно смотреть на наши торговые центры, на которых большими буквами написано «хлеб» или «ломбард», или ну, вот какие-то подобные слова на красном фоне, белыми буквами. Меня, как потребителя, считают глупой, я не вижу. Чем пахнет ваш бизнес? Легким ароматом кофе. Эталоном правильной рекламы можно считать Эйфелеву башню. Да? Ну, наверное, многие знают, что это гигантское сооружение было, собственно, рекламой выставки в Париже, которая прошла очень давно. Сейчас очень часто рекламируют все и сразу. То есть, если это рекламный ролик там, для телеканала, то за 30 секунд пытаются показать и все услуги, и историю предприятия, и не знаю, что еще какую-то акцию при этом сказать. Надо брать что-то одно конкретно и вот в этом направлении действовать.